Особенным детям нужна и материальная поддержка. Здесь на помощь приходят благотворительные фонды. Это один из важнейших источников моральной и материальной поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особенно важна их помощь тем, кому требуется дорогостоящее лечение или оборудование. Татьяна Путилова – мать двоих дочек. Старшая Настя – особенный ребенок. Вследствие болезни девочка не может самостоятельно сидеть, поддерживать голову, не говорит и не понимает речь. Насте была необходима дорогостоящая инвалидная коляска. Помочь в ее приобретении вызвался благотворительный фонд «Это чудо». Стараемся помогать при любой возможности. И вот в течение 7 месяцев мы вот собирали средства и приобрели коляску на стоимостью 120 тысяч рублей. Фонд существует только за счет пожертвований жителей нашего города. И за 2 года работы мы оказали помощь чувашским детям на сумму более 2 миллионов рублей. Около 15 детей получили от благотворительного фонда помощь. Хотелось бы выразить сегодня слова благодарности этому фонду. Они уже ни одному ребенку нашей республики оказали такую нужную, необходимую помощь. Младшая дочь Татьяны, Кристина, принимает активное участие в различных мероприятиях, организованных фондом. Девочка на собственном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются родные и близкие особенных детей. Настенька заболела, когда ей было всего 5 месяцев. Прогноз врачей был неутешительный – максимум 3 года. Мы стойко выдержали, уже 13 лет живем, мы радуемся миру, чувствуем этот мир, радуемся миру. Любит музыку. Так как моя младшая девочка занимается в музыкальной школе, мы с музыкой очень связаны. Делать добрые дела просто, достаточно не быть равнодушным. Возможно, именно ваши средства, перечисленные в благотворительные фонды, помогут сделать чью-то жизнь счастливее или даже спасти ее. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.